Все жалуются, блядь. А у нас же взводного, командира взвода, так, ранило. Три дня назад. Я его перевязывал. Я сейчас за него. Все ко мне. Все взрослые, блядь. Хуйня, спрашивают все через одного. Башка болит. Че отвечать? Хуй его знает. Иди на разбить. Начальник. А куда идти, Наташа, б? Ближайшего в штаб 4.5 километра. Тут грязи нахуй по колено. Вот ползем. Вместо того разговора мы прошли метров 150 нахуй. И все, я сейчас приду, меня нахуй там пошлю. Короче, блядство. Понятно, только по телевизору все красиво. Да, 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 продвинулись. Какой мы нахуй продвинулись? Нас охуяли как котят при переезде, нахуй. 12-200, 300, более 40 человек. Из миномета охуяли, мы даже доехать не смогли. С машины спрыгивали, нахуй. Все вещи, кто потерял. Одно у меня вот в одном рюкзаке все было. Он как у меня был на плечах, нахуй, я дотащил, блядь. У меня рот, нахуй, вообще убежал, нахуй.